12 июля в Каспийске состоялось награждение активных участников экологической акции «Разноцветные крышки» по сбору пластиковых крышек, которая стартовала в мае текущего года. За два месяца воспитанниками образовательных учреждений города было собрано порядка 50 килограмм. Собирали не только наши юнаты, но и к нам присоединились школа номер 1, школа номер 2, Каспийская гимназия номер 11. И особо хочу отметить «Эколят», защитников природы, воспитанники детского сада номер 8, Димовочка. Эти дети – великолепный пример того, как все жители нашего сообщества могут объединиться для достижения общей цели – заботы о окружающей среде, считают организаторы экологической акции. Кроме того, к мероприятию был привлечен представитель экологического завода 05, которая рассказала юным эколятам о безопасной переработке пластика. Ваши действия, я надеюсь, они принесут пользу. И вы собрали целых 50 килограммов крышечек за, ну, практически, да, пару месяцев, да. Может быть, даже быстрее. Это очень классно, вот представьте, да, что вся эта куча, она не окажется у нас на свалке, она не будет там лежать, разлагаться на микропластик 700 тысяч лет, не убьет потом какую-нибудь птицу или не поступит во внутренние органы рыб или даже в наши с вами, а она станет полезным изделием, которое будет приносить пользу людям, будет приносить красоту нашему городу. Экологическая акция – это только начало. Такие проекты могут стать традиционными и масштабными на станции юных натуралистов, сообщает руководство СЮН города Каспийска.